Всех приветствую. Продолжаю задавать вопросы по данной магнитоле. Вот решил ответить на один из вопросов. Вот по этот вот спидометр, показывает ли он или не показывает. У меня лично всем отвечаю, что показывает. Люди говорят, что у нас не показывают. Расскажи, что сделал, чтобы он начал показывать скорость. И чтобы переключился не в милях, а в километрах. После покупки установил на Vitel. Километры, вот, километры в час, не мили, километры в час показывает. Трогаемся, едем. Все, начал показывать. Как видите, скорость все показывает, со спидометром совпадает. Видели, да, спидометр работает, показывает. Для того, чтобы он показывал, нужен обязательно датчик GPS. Датчик GPS у меня вот здесь вот установленный, еще не закрепил его, болтается. А так все, километры в час показывают. Возможно, это связано, что я установил на Vitel, не знаю. Такое вот коротенькое видео. Если еще какие-то вопросы будут по данной магнитоле, задавайте. Всем спасибо за внимание.